Татьяна Дичковская, Russia. Татьяна Дичковская, Россия. The women in weight category 65 kilos. Red side, Rebecca Fanny Wargam, Hungary. The blue side, Nishar Nasreen, Bangladesh. Победу одержала Ребекка Фанни Варга, Венгрия. Анастасия Цюкар, Украина. The blue side, Юлия Лебеденко, Украина. Держи, держи, держи. Держи. А теперь тяни. Тяни давай. Тяни, тяни. Теперь хватит крепили, давай. Иди в сторону, давай. Да, сюда, давай, давай. Тяни. Перебьевка. Счет 1-1. На помосте украинские спортсменки. Держи, давай! Держи, держи, держи! Натягивай сюда, тяни чуть-чуть! И давай ее уходи! Тяни! Тяни, тяни! Юля, тяни! Давай, давай, давай! Юля! Давай, давай! Все, включайся! Корей сиди! Тяни, тяни! Иди вправо! Поди, победу одержала Юлия Лебеденко, украинка, Екатерина Белолюбская, Россия, Ирина Севрюк, Россия. Ирина Севрюк, Россия. Патриция Люкснер, Австрия. Малибашева Назия, from Kyrgyzstan. Один победу одержала Патриция Лакснер, Австрия. The winner is Patricia Luxner. Савелена Тарасова, Россия, Аника Хапова, Финляндия. Предупреждение получает финская спортсменка. Один-один. Со счетом 2-1 победу одержала Аника Хапова, Финляндия. Сасаина Седалищева, Россия. Шазия Канвал, Пакистан. Саина Седалищева, Россия. Победу одержал Владимир Зиновьев, Россия. Дмитрий Савин, Россия. Бекханер Амуралиев, Кыргызстан. Победу одержал Дмитрий Савин, Россия. На помосте Иннокентий Заровняев, Россия, красная сторона. Владислав Минич, Украина.
идет. The score is 1-0. The first bout won by Anakenti Zaronev, Russia. Победу одержала Анакенти Заровняев, Алексей Кушнир, Украина, Владислав Шавгун, Украина. Победу одержала Алексей Кушнир, Украина, Сергей Константинов, Россия, Азамат Асанов, Кыргызстан. Be ready for the next match. По ноль победу одержал Сергей Константинов, Россия. Элиев Куслуддин, Узбекистан. Виктор Обутов, Россия. Один-один. Победу одержал Виктор Обутов, Россия. На помосте Янти Юхавеса, Финляндия. Чингис Латыпов, Кыргызстан. Победу одержал Чингиз Латыпов, Кыргызстан. Микаэль Матхарт, Германия. Владислав Бычков, Россия. Со счетом 2-0 победу одержал Микаэль Матхарт, Германия. And the winner is Michael Manhart. Гуманенко, Украина. Атила Китанович, Словакия. Узбекистан. Победу одержал Атила Китанович, Словакия. And the winner, Rodrigo Gonzalez Martinez from Uruguay and Ilios Kadirov from Uzbekistan. Предупреждение. Победу одержал Ильёс Кадыров, Узбекистан. Категория 125 килограмм. Первый круг. На помост приглашаются Эрик Райус, Венгрия, Роман Калинин, Россия. Победу одержал Роман Калинин. Александр Краснов, Казахстан. Давид Мезарош, Венгрия. Ready for the next match. Победу одержал Давид Мезарош, Венгрия. Сирка Петерман, Австрия. Антон Дементьев, Россия. Победу одержал Антон Дементьев, Россия. Это Татьяна Дьячковская, Россия. Александра Швец, Украина.
Илья Петрович. Итак, счет 0-0. Татьяна Дьячковская, Россия. Екатерина Тришина, Россия. Ребекка Фанни Варга, Венгрия. Со счетом 2-0 победу одержала Ребекка Фанни Варга, Венгрия. Нишат Насрин, Бангладеш. Анастасия Цукар, Украина. Победу одержала Анастасия Цукар, Украина. Юлия Лебеденко, Украина. Екатерина Белолюбская, Россия. Екатерина Белолюбская, Россия. Патриция Лакснер, Австрия. Анника Хапова, Финляндия. Победу одержала Анника Хапала, Финляндия. And the winner is Annika Hapala. For the next pair, weight category 85 kilos. Саина Сидалишева, Russia. And Оксана Зашуева, Russia. 1-0. И впереди Саина Сидалишева. Match. По 0. Победу одержала Саина Сидалищева. Итак, второй круг. Мужчины, весовая категория 60 килограмм. Ислам Абдумаликов, Узбекистан. The blue side, Артем Алексанян, Армения. Пара готовится. Владимир Зиновьев, Россия. Дмитрий Савин, Россия. Узбекский спортсмен на красной стороне помоста. Ислам Абдумаликов. Счет 1-0.
Против него сражается Артем Алексанян, спортсмен из Армении. Победу одержал Артем Алексанян, Армения. Владимир Зиновьев, Россия. Дмитрий Савин, Россия. Дмитрий Савин, Россия. Бекжан Амуралиев, Кыргызстан. Иннокентий Заровняев, Россия. Blue side, Бекжан Амуралиев, Кыргызстан. Предупреждение. Спортсмен получает на синей стороне помоста. Счет по-прежнему 1-0. Со счетом 2-1 победу одержал Бекжан Амуралиев, Кыргызстан. Тапикар Абжит Ананда, Индия. Шамет Тамерлан, Казахстан. 1-0, и впереди Шамет Тамерлан. Победу одержал Тамерлан Шамет, Казахстан. Кудайназар Алимов, Кыргызстан. Петр Бурнашов, Россия. Победу одержал Кудайназар Алимов, Кыргызстан. Алекс Нима, Венгрия. Алексей Кушнир, Украина. Один один. Со счетом 2-1 победу одержал Алекс Нима, Венгрия. Сергей Константинов, Россия. Обудов Виктор, Россия. Сергей Константинов, Россия. 80 килограмм. Please be ready for the next match. Семен Атаков, Россия. Лур Климовский, Россия. Аганес Давтян, Армения. Медицинская пауза. Алджилур Климовский, Россия. Мирлан Турдубеков, Кыргызстан. Евгений Пиконин, Россия. Победу одержал Евгений Пиконин, Россия. Чиныбек Улу Русланбек, Кыргызстан. Чингис Латыпов, Кыргызстан. Итак, на помосте два кыргызских спортсмена. Чикатан!
на помосте счет 1-1. Два кыргызских спортсмена сражаются, не щадя сил. Циныбек Улу Русланбек, Кыргызстан. Второй круг, весовая категория 90 килограмм. Азат Таштанбеков, Кыргызстан. Павел Черноградский, Россия. Ведет со счетом 1-0. Атакует. Павел Черноградский, Россия. Приглашается Эмиль Музаралиев, Кыргызстан. Дмитро Беседин, Украина. Эмиль Музаралиев, Кыргызстан. Роман Искендеров, Россия. Микаэль Манхарт, Германия. Attila Kitanovic from Slovakia. Предупреждение получает спортсмен на красной стороне помоста. Победу одержал Роман Искендеров, Россия. Attila Kitanovic, Словакия. Ильёс Кадыров, Узбекистан. Ильёс Кадыров, Узбекистан. Иван Галкин, Россия. Красная сторона помоста. Эрик Райос, Венгрия. Победу одержал Иван Галкин, Россия. Давид Мезорош, Венгрия. Сирко Петерман, Австрия. Австрийский спортсмен Сирко Петерман. Одержал Дэвид Мезорош, Венгрия. Екатерина Сибрюк, Екатерина Тришина. Ирина Севрюк, Россия. Итак, на помосте Ребекка Фани Варга, Венгрия. Юлия Лебеденко, Украина. Ребекка Фани Варга, Венгрия. Анастасия Цуккар, Украина. Екатерина Белолюбская, Россия. Екатерина Белолюбская, Россия. Владислав Мюни, Украина. Ислам Абдумаликов, Узбекистан. 1-0. Со счетом 2-0 победу одержал Владислав Минич, Украина. Артем Алексанян, Армения. Дмитрий Савин, Россия. Thank you.
Дмитрий Савин, Россия. Владимир Зиновьев, Россия. Бекжан Амуралиев, Кыргызстан. Бекжан Амуралиев, Кыргызстан. Полуфинальные поединки. Мужчины 70 килограмм. Темирлан Шамет, Казахстан. Кудай Назар Алимов, Кыргызстан. Победу одержал Алимов Кудай Назар, Кыргызстан. Нима Алекс, Венгрия. Сергей Константинов, Россия. 1-0. Сергей Константинов, Россия. Весовая категория 80 килограмм. Семен Атаков, Россия. Джулур Климовский, Россия. Дорогие друзья, внимание, на трибуне генеральный директор угледобывающей компании «Колмар», председатель попечительского совета Международной федерации масс-рестлинга Сергей Евгеньевич Савелев. Приветствуем! Предупреждение получает спортсмен на красной стороне помоста. Ноль. Победу одержал Джулур Климовский. Внимание! Глава республики Саха-Якутия Егор Афанасьевич Борисов. Приветствуем! Евгений Пиконин, Россия. Циныбек Улу Русланбек, Кыргызстан. Победу одержал Евгений Пиконин, Россия. Men in weight category 90 kilos. Счетом 2-0 победу одержал Павел Черноградский, Россия. Роман Искендеров, Россия. Ильёс Кадыров, Узбекистан. Россия, красная сторона помоста, атакует. Роман Искендеров, Россия. На помосте Антон Дементьев, Россия. Иван Галкин, Россия. Победу одержал Иван Галкин, Россия. Роман Калинин, Россия. Дэвид Мезарош, Венгрия. Весовая категория до 125 килограммов. Победу одержал Роман Калинин, Россия. Ирина Севрюк, Россия. Ребекка Фани Варга, Венгрия. Ирина Севрюк, Елена Тарасова, Россия. Патриция Лакснер, Австрия. Пакистан. Оксана Башуева. Шазия Канба, Пакистан. Елена Тарасова, Россия. The winner is Елена Тарасова. Шазия Канвал, Пакистан. Оксана Зашуева, Россия. Оксана Зашуева на помосте. Иннокентий Звонарев, Россия. Дмитрий Савин, Россия.
Победу одержал Дмитрий Савин, Россия. Владислав Минич, Украина. Бекжан Амуралиев, Кыргызстан. Бекжан Амуралиев, Кыргызстан. Азамат Азанов, Кыргызстан. Виктор Роботов, Россия. Победу одержал Виктор Роботов, Россия. Поединок за третье место. Турдубеков Мирлан, Кыргызстан. Ченебекулу Русланбек, Кыргызстан. Ченебекулу Русланбек, Кыргызстан. Поединки за третье место мужчины весовая категория 90 килограмм. На помосте Азат Таштанбеков, Кыргызстан. Эмиль Музуралиев, Кыргызстан. Впервые вижу. Азат Таштанбеков, Кыргызстан. Михаил Манхарт, Германия. Ильяс Кадиров, Узбекистан. Ready for the next match. Победу одержал Ильяс Кадиров, Узбекистан. Иван Галкин, Россия. Давид Мезарош, Венгрия. Победу одержал Иван Галкин, Россия. Петр Бурнашов, Россия. Шамет Тамерлан, Казахстан. Один победу одержал Тамерлан Шамет, Казахстан. Виктор Обутов, Россия, и Нима Алекс, Венгрия. Виктор Обутов, Россия. Анна Ложкина, Россия. Александра Швец, Украина. Thank you.
Со счетом 2-0 победу одержала Александра Швец, Украина. Екатерина Белолюбская, Ребекка Фанни Варга, Венгрия. Ребекка Фанни Варга, Венгрия. Внимание, финал. 75 килограмм. Анника Хапала, красная сторона помоста, и Саина Седалищева на синей стороне. We'll see the final bout among women in weight category 85 kilos. Red side is Anni Hapala, Finland. Blue side, Saina Sidalisheva, Russia. Три ступени пьедестала. Стартует Саина Седалищева и сравнивает счет. Победу одержала Саина Седалищева, Россия. Внимание, финал. Мужчины, весовая категория до 70 килограмм. Кудайназар Алимов, Кыргызстан. Сергей Константинов, Россия. Сергей Константинов, Россия. Внимание, финал. Мужчин 80 килограмм. Джулур Климовский, Россия. Евгений Пиконин, Россия. Оба спортсмена из России в финале. Джулур Климовский. Внимание, финал. На помосте Павел Черноградский, Россия. Роман Искендеров, Россия. И ноль, финальная схватка, Роман Искендеров. Спорный. Сравнивается счет 1-1. Поединок примерно равны по силе и по технике. Финальный поединок у мужчин весовой категории 90 килограмм. И счет 1-1. Итак, руководитель помоста объявляет спорный. Со счетом 2-1 победу одержал Павел Черноградский. Спортсмен на синей стороне отпустил одну руку чуть-чуть раньше. А это влечет автоматический проигрыш. Иван Галкин на помосте, Роман Калинин. Оба спортсмена представляют Россию. Роман Калинин, Тверской богатырь. Спорный. Медицинская пауза. Красивые и упорные бои сегодня продемонстрировали нам спортсмены. Победу одержал Роман Калинин, Россия!